я кубышка. Я худышка. Мы девчонки высший класс. Ни один крутой мальчишка не прошел бы мимо нас. Нам сегодня нужно за ночь непременно выйти замуж, то есть выловить мужей, чтобы прочих не хуже. Если ты не хочешь замуж, ты не мать и не жена, и походу ты не знаешь, для чего ты рождена. Да, конечно, феминистки нас порвали бы в куски, но они же нам не близки, то есть как бы не близки. Мы родимся для мужчины, для семьи и очага. Без любимой половины нам жизнь недорога. Как нам нравится мужчина, мы в нем видим господина, покровителя отца, ловца на рельсах, ловца отца. Но ведь главное в машине — это то, что едет в ней. Точно так же и в мужчине капитал всего главней. Ах, жених без капитала, как корабль без капитана, капитан без корабля и копилка без рубля. Мужчине с капиталом и подмогою во всем. Если он придет усталым, мы утешим и спасем. Он получит нашу верность, поведение, примерность, сострадание, еду и комфортную среду. На приеме мы принцессы, украшения двора. В пунуаре мы тигрессы, на кухне повара. Мы веселые утята, мы игривые котята. Мы заложим пару душ за коровье слово муж. Мы заложим пару душ за коровье слово муж.